ходе своего двухдневного рабочего визита в Димитровград губернатор Сергей Морозов провел совещание по вопросам улучшения качества жилищно-коммунальных услуг в регионе. Одной из главных тем стала реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта планируется выполнить 887 видов работ в 278 многоквартирных домах региона. Всего на капремонт в региональном бюджете предусмотрено 613 миллионов рублей. У нас была просьба, мы будем сейчас старшим по домам говорить о том, что те дома, которые на капитальный ремонт в 2016 и последующих годах будут поставлены, сразу же, так сказать, мы с руководством города договаривались, обсуждали, как будет проведено озеленение, как будет проведено благоустройство, как будут установлены малые архитектурные формы около каждого дома, чтобы это было вот все красиво. Ремонт охватит 19 муниципальных образований. Традиционно наибольшее количество домов будет отремонтировано в областном и районных центрах. Так, по Димитровградскому многоквартирному дому по улице Бурцева ремонт плакал уже давно. На данный момент проводятся работы по ремонту фасада, систем водоотвода, водоснабжения и теплоснабжения на сумму в 1,5 миллиона рублей. Еще одной темой для обсуждения на совещании стала разработка стратегии развития ЖКХ Ульяновской области до 2020 года. За основу будущего документа было решено взять аналогичный федеральный документ, в котором были определены основные направления государственной политики и нормативно-правового регулирования сферы. Поэтому мы считаем, что мы даже уверены, что каждое из ключевых направлений, которые мы будем развивать, должны быть переведены в конкретные цифры. Цифры и какие-то показатели. Мы разработали стратегию на уровне регионов, и сейчас приступили, Сергей Иванович, к обсуждению ее на всех площадках. Дарья Сударева, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.